А, это еще не конец разминки. Это еще одно красное платье. Вот в чем дело. Александр Пол и Митчел Ислам. Что-то мне показалось, что последними. Как же ты мог забыть-то? Вот, как вспомню, раз вспомню, вспомню. Ну что ж, Александр Пол и Митчел Ислам. Канадский дуэт. И тоже шансы были попасть у них в сборную только после того, как отказались от выступления на этом чемпионате мира Тесс Верчу и Скотт Мойер. Ну и, наверное, воспользовались. Хотя нет, это, видимо, все-таки попадание на чемпионат мира при отсутствии Тесса и Скотта было для Пайпер Гиллис и Поля Пуарье, так как они отсутствовали на Олимпиаде. А эти-то как раз на Олимпиаде спортсмены были. Для них это уже не первый такой серьезный старт в нынешнем сезоне. Очень симпатизирует эта пара, они такие милые, красивые. Ну это же ваши даже соперники, я помню, на стрип-кэнде вы пересекались, да, с этим, да, дуэтом. Причем произвольно ухитрились им проиграть, но выиграть по сути. Вот это очень интересный заход, хорошая поддержка. Я все время думаю, что длинная поддержка — это хорошо, красиво, а потом вспоминаю, что нельзя передержать, мне нужно вовремя закончить. Несмотря ни на что, пока не могут они
по технической оценке соперничества Злобиной Ситникова. И Юлия с Алексеем сейчас имеют шанс переместиться как минимум на 11-ю позицию для того, чтобы обойти Юлию и Алексея. Александре Полу и Мичелу Исламу нужно набирать 87,57 балла. Как раз таки на скейт-кенде, где они соревновались с вами. Эти спортсмены набрали 90 баллов и 3 сотые и показали там лучший результат, чем Рязанова Ткаченко в произвольном танце, но по сумме все-таки проиграли. А удалось тогда посмотреть, ну или в каких-нибудь других соревнованиях, вот этот танец? Где он был лучше? Безусловно, я считаю, что здесь. Мне кажется, они очень хорошо катали сейчас. Без ошибок, все ровно. Ну и вот, фактически уже главные тренеры национальной сборной Канады, которые тренируют в том числе и Кейтлин Вивер, Эндрю Пужет, Анжелика Крылова и Паскуали Камерленго, довольны выступлением своих спортсменов. И вот сейчас мы видим, как выросла оценка за счет поднятия уровня, насколько я понимаю, за одну из дорожек шагов. Да, обе дорожки оценены третьим уровнем, и уже больше 46 баллов получают за свой прокат Александр Пол и Миша Мыслом. Ну и, Кать, похоже, ты оказываешься прав в данной ситуации, потому что оценка растет, растет неумолимо, и сейчас есть все шансы, что они побьют свой собственный личный рекорд и даже еще раз переберутся за 90 баллов. Будем ждать оценок за компанию. Уже 47,5. Еще какой-то уровень, судя по всему, вырос. Я даже не знаю, какой. Третий и четвертый уровень всех времен. Все, почти, да. Очень хороший, вдохновенный прокат. И канадцы подошли в очень хорошей форме к заключительному старту сезона, что, конечно же, непросто. Да, да, очень высокие баллы. 91,08 получает Александр и Мичел, и 148,76. Это тоже их лучшее достижение в карьере. Сразу 5 баллов они добавляют к предыдущему личному рекорду. Конечно же, это первое место. Они обходят Злобина Ситникова и возглавляют общий зачет. ただいまより整氷のため休憩いたします。第3グループの競技は2時16分より開始いたします。